Мы переходим на наше второе главное предложение сегодняшнего дня. Да, в каждом часе свое ЦТС, то есть цена только сегодня. Во втором часе это сразу три вещи, костюм из трех вещей. Топ, блуза рубашечного кроя и вот такие восхитительные брюки. Этот костюм по цене 2999 рублей при оплате банковской картой, еще 5% скидка. Раньше костюм стоил 6000 и только сегодня 2999 рублей. Самое выгодное вложение в гардероб на лето. Костюм 3 в одном, в 3 раза больше образов и еще больше стильных решений. Вам не нужно придумывать, как выглядеть превосходно и стильно, согласно трендам сезона лета 2023. За вас это продумал бренд AllModi и создает идеальный костюм, который полюбится каждой моднице, неважно, сколько вам лет и кем вы работаете. Комплект из трех самостоятельных по себе вещей идеально создают готовый образ на каждый случай, а также прекрасно впишутся в ваш гардероб. Согласитесь, это стильный вариант на все случаи вашей жизни. Кстати, эластичная мягкая вискоза в составе гарантирует комфорт на протяжении всего времени носки и прекрасно сохранит вашему костюму безупречный вид. Выверенный прямой крой по всей длине гарантирует безупречную посадку на каждый тип фигуры, легкость и свободу в движении, которая так необходима в каждом сезоне, а особенно в летнем сезоне. Вы привлекательны, вы выглядите стройно и прекрасные тактильные ощущения получаете каждую секунду, активный ли образ жизни вы ведете, либо размеренный. Итак, сразу три вещи. Это блуза рубашечного кроя, это топ и это брюки. Вискоза в составе. Раньше он стоил 6000, по 2000 за каждую вещь. Сегодня 50% скидка. Цена только сегодня. 2999 рублей при оплате банковской картой. Еще 5% скидка. Вы представляете, сколько можно создавать просто разных образов благодаря этому костюму. Давайте посмотрим. Она меня преследует. Решила посидеть рядышком. Так, розовый цвет. Цвет. Вот знаете, вот здесь в розовом цвете как будто сакура расцвела, да? Как же мне это нравится. Далее у нас идет сиреневый цвет, наверное, один из самых ярких из четырех представленных. Далее у нас идет зеленый цвет, цвет жизни. Если вспоминать психологию, кстати, наша модель Светлана, она как раз выбирает именно в зеленом цвете. И черный цвет. Просто вот здесь как будто Dolce & Gabbana мы видим бренд. Но наш бренд, и еще лучше, бренд AllModi, эксклюзивно представлен на телеканале Shop & Show с 2019 года. Но в 2023 году бренд AllModi обновляет команду дизайнеров, что сразу отличает бренд в новых коллекциях. Сейчас, между прочим, бренд взял вектор на городскую динамику, комфорт и свободный стиль AllModi теперь легко сочетает в себе элегантность и практичность, выверенные немецкие лекалы и полноценные размеры. Дизайнеры бренда AllModi — это выпускники берлинской школы дизайна, сотрудничавшие не только с немецкими и мировыми брендами, но и с всемирно известными журналами Бурда и каталогом Отто. Да, мои дорогие, горячо любимые модницы, это выверенные лекала, а это значит идеальная посадка без примерки. Размерный ряд от 50 до 60. Берем размер в размер. Цена только сегодня. Вот у Светланы 50 размер, на ней костюм в 50 размере при росте 1,75 м, да, Свет? 1,73 м. Посмотрите, какая длина и у блузы рубашечного кроя. Ну, это, точнее сказать, даже не блуза, а это легкий такой, легкий жакет летний. Да, кстати, вы прекрасно сами видите, насколько здесь гармоничное сочетание цветов, оттенков. Я понимаю, что для вас важны точные цифры, важны и нужны, поэтому... если есть такая возможность, я возьму сантиметровую ленту и прям к Светлане подойду и сделаю определенные замеры. Кстати, все цвета соответствуют трендовым цветам, которые рекомендует Институт цвета Pantone. А на мнение этого Института цвета Pantone ориентируются все мировые бренды и все мировые дизайнеры. Итак, берем размер в размер. Давай тогда у жакета хотя бы сделаем замеры, Светочка. Напомню, это 50 размер. По плечам у нас идет 46-47 сантиметров. Вот по этому пальчику смотрим. Теперь по спинке замеряем. Мне, кстати, нравится, что у жакета еще такой воротник-стоечка идет. Длина, ну вы видите, полностью зону бедра закрывает. 86, почти 87 сантиметров. Светочка, радость моя, ну повернись ко мне. Длину рукава сразу замерим у жакета. У топа, понятно, рукава короткие. 45 сантиметров, глубину проймы. Смотрим. Отлично.
Глубина проймы 27 сантиметров, то есть это что у нас получается? 54, да? Полный обхват. Теперь ширина бретелин у топа, это тоже очень важно. 10 сантиметров, то есть представляете, какая хорошая фиксация. Топ, даже если носить как самостоятельное плечевое изделие, он не будет сползать, не будет съезжать. Теперь, ну что еще? Я тогда возвращаюсь на рейл и там сделаю, может быть, замер еще брюк, да, высоты посадки и внешнего шва. Стараемся делать все возможное, мои дорогие и горячолюбивые модницы, чтобы показывать вам все нюансы и все детали. Итак, высота посадки брюк, вот сейчас смотрю, 30 сантиметров. 30 сантиметров, ширина эластичного пояса 4 сантиметра. По внешнему шву смотрим брючки. Тороплюсь очень, потому что время, к сожалению, ограничено. 105 сантиметров, и это у нас идет размер тоже 50. Итак, 4 цвета, трендовые, модные. Мне очень нравится, как выглядит сам именно жакет.